Надувной ковер фирмы Sea-to Summit, модель Comfort Plus. Данная модель имеет уникальную конструкцию. Она двуслойная. То есть в ковре есть две независимых части, два слоя, расположенных горизонтально друг над другом. И это увеличивает теплоизоляцию ковра, а также увеличивает его надежность. То есть в случае прокола одной из частей у вас все равно остается вторая, и вы можете комфортно спать. Коврик весит 785 грамм, а коэффициент теплоизоляции Air Value составляет 5. То есть это четырехсезонный ковер, и он отлично подходит для использования зимой, для высотных восхождений и, например, для лыжных походов. Особенностью ковра является легкая, но очень прочная внешняя ткань, а также особая конструкция клапана. Клапаны в данной модели располагаются с обеих сторон. Характерной особенностью клапана является то, что он сочетает в себе как клапан для надувания, так и для сдувания. Если мы откроем верхнюю часть клапана, мы можем надувать ковер. При открытии нижней ковер начинает сдуваться. В данном случае видно, что несмотря на то, что я сдул верхнюю часть ковра, нижняя все равно продолжает оставаться надутой, и на ней можно спать. Таким образом, данная модель является комфортным вариантом всесезонного ковра и может применяться как в туризме, так и в альпинизме.